Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим крем для торта. Крем у нас будет со сгущенкой. Он прекрасно подойдет для любых бисквитных тортов в качестве наполнителя, для пирожных, трубочек или как самостоятельный десерт. Готовится он очень просто и прекрасно подойдет в обиходе к каждой хозяйке. В сотейнике смешиваем 250 мл молока, 2 яйца, 200 мл сгущенного молока, 2 чайные ложечки экстракта ванили и 3 столовые ложки крахмала. Можно вместо крахмала использовать муку. И все тщательно перемешиваем венчиком. Ставим массу на небольшой огонь и доводим до закипания. Регулярно помешиваем. Когда масса начнет загустевать, уменьшаем огонь до минимального. Продолжаем регулярно помешивать и провариваем массу в течение буквально 1-2 минут. Вот такая примерно по консистенции должна у вас получиться масса. Убираем ее с огня. Если у вас в массе будет много кусочков, то можно ее перебить погружным блендером, либо протереть через сито. Перекладываем ее в другую емкость. Накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовывалась корочка, и даем полностью остыть. Заварная основа у меня полностью остыла, она хорошо загустела, так и должно быть. И теперь смешиваем обе массы, мягкое сливочное масло и заварную основу. Обе массы должны быть одинаковой температуры. Сначала сливочное масло нужно взбить до кремового состояния. Теперь постепенно добавляем заварную основу и продолжаем взбивать. Друзья, крем получается однородный, пышный, с приятным сливочно-молочным вкусом. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Желаю вам удачной выпечки и до новых встреч с новыми рецептами. Пока-пока!